все равно тот счастливый момент, который кажется мне вот именно счастливым вот сейчас, да, через 5 минут, возможно, что-то случится, и мне будет казаться другой момент таким. Все же зависит именно от сиюминутного настроения. Вот как раз этот сиюминутный, глобальный выбор, зависящий от сиюминутных каких-то обстоятельств, он, опять же, и не только в фантастике, а вообще в литературе, в кинематографе, везде в нашей культуре он довольно часто поднимается, когда глобальные какие-то решения с точки зрения вечности Вселенной приходится принимать, решать быстро, сразу, и, как правило, из этого получаются какие-то не очень веселые вещи. Вот. Но это аллюзия на нашу жизнь, потому что мы ежедневно принимаем какие-то решения, которые нам кажутся не очень важными, но, возможно, это решение повлияет на всю нашу жизнь. То есть это выбор работы, это место, где мы живем, это любимый человек и прочее, прочее, то, чем мы будем жить дальше, да. И невозможно сказать, что выбор, вот ты сегодня пошел направо или налево на светофоре, является ли он глобальным в твоей жизни, да, изменит ли он твою судьбу. Но и задумываться над этим тоже как бы смысла нет, иначе ты будешь там, а куда мне пойти там, что мне сегодня съесть. Мы над этим не задумываемся, мы это живем, и вот этот такой бытовой фатализм, по-моему, это абсолютно нормально, хорошее явление. Потому что если сильно задумываться, можно голову себе взорвать.